попала под колеса прямо на пешеходном переходе. Сегодня днем в Дербышках на улице Азина автоледи, управлявшая иномаркой, проехала предположительно на красный свет и снесла переходившую дорогу женщину, едва не зацепив ее дочь. Момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения, направленную на переход после гибели на нем двух человек. С места происшествия Рамиль Шайдуллин. Они нажали кнопку, стали переходить. И потом только удары, вижу, что они отлетают в сторону. Момент наезда на женщину видели не только очевидцы. Его запечатлела и камера наружного видеонаблюдения одной из автомоек. На кадрах четко видно. Женщина с ребенком стоят на регулируемом перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора. После смены сигнала люди пошли, но успели сделать лишь несколько шагов. Автоледи, управлявшая Митсубиси, проехала на красный и сбила переходящую дорогу женщину. Ее дочь просто чудом не попала под колеса, шла на полшага позади мамы. Она выбежала и сразу начала извиняться, типа, простите, простите меня, вот так. По словам очевидцев, автоледи свою вину признала полностью и сразу подбежала к пострадавшей женщине. Она жаловалась на боли в ногах, однако от госпитализации все же отказалась. На данном участке дороги наезды на пешеходов случаются нередко. Арендатор автомойки, находящийся рядом с этим пешеходным переходом, вспоминает и о летальном случае. Тогда вот пьяный на Некси, он насмерть их сшиб. Здесь только были знаки и все. А кого он сшиб? Бабушку с внуком, они приехали сюда в гости, и они оба, и оба погибли. 8 лет назад именно на этом месте пьяный 31-летний водитель насмерть сбил 4-летнего мальчика и его 58-летнюю бабушку, переходивших дорогу по зебре. После того случая в этом месте установили и вызывной светофор, и камеру наружного наблюдения. Рамиль Шайдуллин, Нафиса Миниязова, Адель Мулахметов, вызов 112.